Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Мария Данилова. Я представляю компанию CoderLine. И тема сегодняшнего вебинара будет посвящен лимитно-заборным картам, которые мы будем оформлять в системе 1С ERP управления строительной организацией. Сначала мы рассмотрим функции, которые выполняет ЛЗК, рассмотрим типы ЛЗК и также в конце рассмотрим конкретный пример применения ЛЗК при выполнении работ. Итак, ЛЗК является внутренним документом компании. Основная ее функция – это планирование и контроль расхода материалов. Компания может использовать стандартную форму, это форма М8, или разработать собственную в зависимости от функций, которые компания возлагает на ЛЗК. Ну, давайте для примера посмотрим форму М8, как она выглядит. Во-первых, ЛЗК, надо сказать, что состоит из двух частей. Вот первая часть, шапка формы М8, вот мы видим, что предусмотрен вид деятельности, то есть подо что нормируется расход материалов, в данном случае под изготовление стройматериалов. И учетная единица выпуска продукции, то есть что в результате расхода этих материалов будет выпущено. Вот в данном случае доска. И посмотрим, что во второй части ЛЗК вот эти даты, это отражаются даты расхода этого материала в пределах установленного лимита. Вот, то есть для выпуска доски нужно 100 единиц, и разными датами выбирается количество этих единиц материала. Давайте подробнее посмотрим. Так, еще нужно сказать, что в некоторых случаях посредством ЛЗК может выполняться и планирование работ. То есть мы не обязательно с помощью ЛЗК планируем расход материала, да? Мы можем даже запланировать работы. Когда это может быть востребовано? Ну, например, генподрядчик, крупный генподрядчик использует, внедрил систему 1С управления строительной организацией. И для производства работ по строительству жилого комплекса используют вот весь инструментарий 1С УСО, такие как сценарий планирования проектов строительства, внутренний план производства работ. Вот мы видим, что в УСО очень много подсистем. Но помимо основных работ, в обязанности генподрядчика входят вспомогательные работы по содержанию стройплощадки. Их не требуется вносить в основной график производства работ, вести техническую документацию и тому подобное. Но для облегчения операционной деятельности требуется планировать вспомогательные работы. И для выполнения этой функции в ЛЗК достаточно ввести период выполнения работ. Ну, во-первых, по этому периоду дальше и материалы, закупка материалов может планироваться, ну и выполнение работ, планирование ресурсов трудовых и прочее. Так, переходим к назначению ЛЗК. ЛЗК не обязательно оформляется под выпуск продукции. Она к выполнению работ. ЛЗК может содержать перечень расходных материалов, средств индивидуальной защиты, инструментов на определенный период. Ну, например, на площадке всегда должны там такие материалы быть, как ветошь, не знаю, дюбели, мешки для мусора, там, ну, какие-то расходные материалы, которые не нормируются там на определенную работу, а их достаточно запланировать, их расход мы можем запланировать на квартал.
Вот типы материалов мы можем посмотреть. Ой, типы ЛЗК, например, такие как вот СМР по ГПР, это то, что я уже выше сказала, для больших графиков, для графика производства работ там, жилого комплекса, например. Вот мы в данном вебинаре как раз рассмотрим СМР вспомогательные или СМР прочие по, для штабу строительства, по штабу строительства, да, для комплекса работ. Ну и такие могут быть ЛЗК, как инструменты, средства индивидуальной защиты, что-то в резерве. Вот. Основным принципом ЛЗК является определение неких границ, период, работа, назначение, для которых устанавливается лимит расхода на единицу выпуска. И далее, в течение действия ЛЗК в рамках установленного лимита отпускается товар, материал, о чем оставляется запись в ЛЗК. Вот то, что мы посмотрели на второй части формы М8. Ну, давайте перейдем к примеру. Вот данный пример ЛЗК, составленный на комплекс работ по строительству штаба. Вот такие работы входят в состав этого комплекса, и для каждой работы какие-то материалы внесены. Так, вот про нормированную работу давайте еще поговорим. Что такое нормированная работа? Вот, казалось бы, мы имеем работу монтаж перегородок, для которой у нас предусмотрен расход вот таких материалов. Откуда взялась вот эта цифра 244-660? Она может быть указана изначально в нормированной работе, то есть мы можем, вот здесь мы знаем, что на единицу работ нам требуется 1,3 метра профиля. Эта норма может быть указана в нормированной работе. Давайте создадим для примера одну нормированную работу. Так, на метр квадратный вот этой работы. Ну, это производственно-технический отдел. Не здесь указала. Внутренняя некая норма. Мы добавим, что у нас материал профиль. Так, нам нужен метр. И мы знаем, что мы посмотрели, у нас норма 1,3 на единицу работ. Так, мы профиль не тут, профиль PN75. Профиль PN75-40. Ну и дальше мы материалы не будем указывать, но предположим, вот у нас такая нормированная работа. Что это значит? Нет, давайте мы укажем, чтобы норма утвержденная и справочная отличались. Что у нас получится? Вот, допустим, у нас норма внутренняя единица. То есть у нас должен быть расход общий рассчитан на вот этот объем работ на 188,2.
тоже, соответственно, 188,2. Но в данном случае ответственный сотрудник производственно-технического отдела, ну, есть свои соображения, может быть указана норма 1,3, или наоборот, норма может быть указана меньше, либо предусмотрен утряска, усушка, там, бойк там какой-нибудь, например, плитки можно предусмотреть. Норма может быть увеличена. В таком случае у нас уже количество тоже на весь объем работы вот увеличивается, и мы утверждаем вот такое количество работ. Ой, такое количество расхода материала. Поэтому здесь мы имеем две колонки. Норма справочно, она берется из нормированной работы. И это, если мы заполним нормированную работу, то это просто облегчает дальнейшее заполнение ЛЗК, если из квартала в квартал, из месяца в месяц делается какой-то определенный состав работ всегда, либо на разных объектах, вот штаб строительства строится, да. Но утвержденный расход для данной конкретной ЛЗК будет вот исходя из этой колонки, из этой нормы рассчитан. Вот. Таким образом, мы рассчитали расход материала на данный комплекс работ. И дальше через заявки на снабжение производитель работ заказывает материалы на площадку. Вот мы можем посмотреть, что по данной ЛЗК уже были заявки на снабжение. Часть материалов уже выбрана по этой ЛЗК. Мы можем... Давайте посмотрим, если мы создадим снова заявку на снабжение по этой ЛЗК. Вот, мы видим, что по ней уже все выбрано. Наверное, мы можем какую-то другую посмотреть заявку. Нет, все выбрано. Вот, по данной заявке мы видим, что есть еще остаток. Вот, хороший пример. Мы видим, что создано уже три заявки на снабжение разными датами. Выбирали частично данный песок, да? И также мы пробуем оформить еще заявку. И мы видим, что осталось по этой ЛЗК вот такое количество материала. И также, если мы попробуем превысить эту норму и провести эту ЛЗК, провести эту заявку на снабжение, заказать эти материалы на площадку, то мы видим, что у нас сообщение об ошибке. И заказать нам материалы на площадку не получится. На этом пример мы рассмотрели по созданию ЛЗК на работы. Контроль расхода материала ЛЗК осуществляет. Более подробно о списании материалов мы рассмотрим в следующем вебинаре. Спасибо за внимание.